Привіт, я Нікіта Дрюченко і мої гості, як завжди, на Спортику. Андрій, привіт. Слухай, таке питання. Який саме вид карате, можливо, це дуже примітивно звучить, але все ж таки вид карате ви сповідуєте? Що це за вид? Ми історично карате зараз розвивається динамічно, да, ну, як появилось, як перед масами, да, перед людьми век назад. Фунакоши Гичин показал это японскому императору на презентации. И как сложилось так, что оно начало развиваться в Японии, в сфере университетов. Сначала в университеты ходила элита Японии, ну, японского общества. И вот это после университетов оно начало развиваться по всей стране. И дальше... как период такой развития карате по всему миру, появились чемпионаты, турниры, федерации. Да, федерации, и карате уже в этом году было представлено на Олимпийских играх. Так, давайте. То есть весь этот процесс вот в течение одного века вот проходил, он динамично, в последнее время карате очень развивается динамично. И если раньше были какие, ну как карате это много стилей, шатакан, шатарю, кёкушинкай, вадарю, то сейчас есть как карате разделилось на традиционное, это кто не соревнуется, просто занимается, ну как практикует карате для себя, и спортивное. Спортивное карате это уже объединяет все эти стили в единые правила, и вот мы занимаемся спортивным карате, которое, ну как, которое представлено в Олимпиаде было. Ви виховуєте саме професійних спортсменів, виходить, що так, готуєте їх до змагань. Так, да, ми направлені на те, щоб наші воспитанники завойовували олімпійські медалі і участвували, ну, як в олімпіадах, як молодіжних, ну, і в дальнішому, якщо карате залишиться в олімпійській програмі, в дорослій олімпіаді. А як змінились відносини після того, як цей вид спорту став олімпійським, наприклад, української або місцевої, там, регіональної влади до цього виду спорту? Це ж виходить, що треба фінансувати? Фінансування... Забажано. Як, якщо сказати, що наш регіон Дніпропетровський, да, він в отношении в Україні не був представлен олімпійцями. Олімпійці – це було Одеса і Львов. Это два региона в Украине, которые исторически, исконно не прерывали такую цепь тренер-спортсмен, потом, который спортсмен вырос в тренера, воспитал еще одного спортсмена, еще одного, да. То есть в Днепре карате всегда прерывалось. Было у нас Некарю, инструктора потом поменяли род деятельности, некоторые уехали, ну, из страны, появился потом у нас GKA, он тоже развивался, потом, ну, как, потом не так бурно стало, потом появилось у нас ВСКФ, вот так, такими, да, такими ступенчатыми. Сейчас работа наладилась, у нас появился в городе серебряный призер этого года, ну, серебряный чемпион, вице-чемпион Европы по кадетам, это Лимарчук Артем. Появился у нас бронзовый призер всемирных ученических игр. Так, так, так. Это у нас Горбань Антон. У нас в этом году два призера молодежной премьер-лиги. Это у нас Мацерук Александр и Дрик Матвей. В общем, тренера, ну как, уже тренера работают на протяжении лет 10, и это дает результат. И я думаю, в дальнейшем, ну как, такими, такой динамикой мы уже будем претендовать на место в сборной и взрослой, и молодежной, и кадетской полноценно. Есть все предпосылки в этом. Вот, поэтому по поводу финансирования, да, держава, ну, государство, оно финансирует, финансируют взрослых, да, спортсменов, те, которые идут на Олимпиаду. Есть как финансирование сборной, которая ездила на премьер-лиге, там все, потому что взрослым спортсменам надо участвовать в этих турнирах
постоянно. Если ты выпадаешь из обоймы, ты не возьмешь, ну, ни золото, uh-huh. ничего. Ты должен постоянно быть в этой, в этом, в тонусе, да, потому что... Секс-сезон, так? Да, 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 ты из этого uh-huh. сезона не можешь выпадать. Бывают травмы, но из сезона, ну, невозможно. Если выпал, все, это уже, прощай, золотая, ну, олимпийская медаль. Зразумело. Вот. А по поводу на местное финансирование, да, ну, так, система, у нас система... формирование бюджета – это официальные только соревнования. Чемпионат, uh-huh. чемпионат Украины и Кубок Украины. Это очень мало, ну, очень мало в плане того, что соревнований больше, чем этих uh-huh. два турнира. А государственное финансирование только эти два турнира. Ну, как, оно только финансирует официальные турниры. А тут, uh-huh. тут постоянно, да. Поэтому мы, скажите, ну как... Тренера и клубы находят возможность, ну, в основном это родители, тренера, клуби. Зрозуміло, все на такому ще рівні, на початку фінансування, можливо, да. вже згодом так, це все на іншу дорогу вийде. Ви особисто, коли почали навчатись, коли це ось у вас з'явилося жага до цього виду спорту? Ну, це вже багато років тому, я так розумію, так? Да. З 13 лет я почав займатися карате. До цього у мене було, як родителі мені просто запрещали. Угу. Ну, во-первых, карате не було, но в моє дитинство два спорта було. Це бокс і дзюдо, такі бойові. И, ну, на эти два спорта мне родители, вот, у меня было табу, как сказали, все, ты не ходишь куда угодно, только не на бокс, не на карате, ну, не на дзюдо. Угу. А как-то на карате я все-таки уговорил, это, и ну, дали зеленый свет, и я начал заниматься, ну, это было в 13 лет. У вас были какие-то перерывы, например, в пізнанні карате? Либо, да вот все, уже я не можу, уже задовбало. Так как у нас исторически, ну, как я говорил в начале, что карате ступенчато развивалось, ага. ну, мой тренер через, там, я 3-4 года занимался, и мой тренер уехал, ну, выехал из страны в Германию. Ага. Вот, и я переключился, поменял спорт на дзюдо, так как мне хотелось соревнований, хотелось выступать, и вот я до армии боролся, ну, боролся под дзюдо, и... С нуля как бы достиг, я стал, завоевал второе место на городе и третье на области. Uh-huh. Ну, достаточно для себя сделал большой скачок. Ну, выполнил норматив кандидата мастера спорта. И, ну, а потом уже армия. И как получилось, что после армии я как раз вернулся в карате. И вот после этого я уже все свое время там, uh-huh. занимаюсь чемпионатом. Якщо я завтра приведу до вас свого 6-річного сина, Як він буде змінюватись, навчаючись у вас? Що в його голові, тілі буде трансформуватись? Ну, я так розумію, в плюс. Ну, почнемо з технічних, да, так, моментів. Що з'явиться розтяжка, з'явиться координація, з'явиться уже как бы, ну, прийоми, начальні прийоми карате. Через там, як полгода ну, занятий, если через полгода занятий интенсивных, да, то есть, угу. потому что занятия... Регулярных, да, постельно ходить. Минимум так. 3 раза в неделю. Может, это будет 4, потому что есть и дополнительные, ну, как занятия там по специализации каты и кумите. Угу. Вот. И через полгода, год начнет участвовать в турнирах областного значения, там, областных, региональных, по фантомам и по катам. Ну, фантом это такое мягкое, ну как, в общем, это начало. Спарринг, але такий лайтовый, так? Это еще по правилам ВКФ, по правилам УФК, Украинской ага. Федерации карате, спарринги начинаются с 8 лет. Ну, угу. именно как 2 на 2, причем в защите, там жилеты, шлемы, перчатки, футы. Вот. А до 8 лет дети борются между собой, на фантомах, это так как мешки, ага. ну, в боксе, да, то есть, и вот они, судьи вызначают, да, кто из них лучше, показывают технику, все эти же самые приемы, ага. которые они будут применять с 8 лет против соперников, они это показывают на фантоме, и кто из них четче, лучше, резче, больше, тот и выигрывает поединок, ага. то есть, у них тоже конкуренция,
У них время ограничено до 45 секунд, но очень большая интенсивность. Как не каждый, ну, треба викладатись. Да, надо бути підготовленим функционально, технічно, ну і тактично, потому що там є начало поєдинка, є кінцівка. Звичайно. И ребенок свои там 6-7 лет должен, ну, достаточно выкладываться и проводить их на фантоме. Ну, бывает, да, там 40 человек, и он должен там 5-6 поединков провести до финала. Ну, немало. И это, да, это очень, ну, большая энергозатратная работа. Добре, а что в него в голове изменится? Ну, во-первых, у него появится то, что надо соблюдать режим. Да, режим. Надо регулярно тренироваться, надо достигать. Весь процесс тренировок поставлен то, чтобы привить ребенку побеждать. То есть дома в семье могут, ну, как родители, там, они должны поддерживать, одобрять, там, все. Но на тренировке он, чтобы победить, он должен стать лучше, ну, быть лучшим. Это и в тренировочном процессе, и в соревновательном. Он привыкает соревноваться, он привыкает проходить через трудности, он понимает, что чтобы чего-то добиться, он должен приложить усилия. Ну, да. То есть просто так медаль не могут ему подарить, или это не подарок, это достижение. Вот, ну, за это время он учится достигать и перестраивать свое отношение к победам, то, что это его труд личный, ну и в команде с тренером, там, с родителями, это треугольник, родитель, спортсмен, родитель, тренер, это все та команда, которая приходит к успеху. А тренером може бути спортсмен колишній без результатів, але гарним тренером, як ви вважаєте? Ну, есть, не то, что это уже просто есть примеры, бывают. И достаточно плохо. Але людина по типу створена для цього, так, навчати. Да. Ага. Спортсменам не показывал результат, тренерам появляется результат. Вот. Но есть другие там топ-спортсмены, которые, ну, совсем не хотят быть тренерами. Тренерами не все еще хотят стать. Ага. Вы хотели? У меня так получилось. Я не думал. Но вы про это не думал. Я про это не думал, да. Так получилось, что, ну, как... предложили эту работу, я бы сказал, но это как, это даже не работа, это просто работа в удовольствие, потому что ты занимаешься, я это совмещал и выступал, и тренировал, и вот уже после там 30 лет, я, ну там 33, я, короче, решил уже просто только тренировать, ну то есть как... Не распыливаться уже. Ну, во-первых, как бы возраст, то есть, ну, был, потому что уже было трудно совмещать и выступления, и тренировки, и вот графики, потому что если ты готовишься к соревнованиям, ты должен, во-первых, свое время тратить на себя. Ну так. Да. А в тебе еще... А еще коллектив, да. И вот потом был выбор в сторону тренирования. Міжнародні змагання, от щоб зібрати команду, наприклад, з області і поїхати, це дорого коштує? Там ви і 10 спортсменів, наприклад. Ну, це так. Географія. Якщо просто ми, опять же, знаходимо варіанти, щоб було... Є графік соревнований зарані. Якщо це продумати, ну, як запланувати, тоді це буде стоїти, ну, як, не знаю, ну, це все одно через батьки. Ви і ініціатива, так, якась? Так, ага. Так. Так виглядає. По-другому не буде. Якщо нет, это, ну, как, нет желания, то всегда будет это дорого или недорого. Если есть желание, то ты находишь варианты, которые, ну, более бюджетные. Що ви хотіли б виправити в карате? Що ви вважаєте недосконалим ще? І як методику, можливо, могли б свої щось знання вкласти? Або, можливо, вже вкладаєте? Щось помітили і змінюєте? Ну, тут як це, як, знаєте, стиль без стилю. Ну, ось ваше враження як тренера.
Я бы, если там соревнования, да, то есть например. У нас, да, то есть я думаю, что следующий, как следующий олимпийский цикл или следующий цикл соревновательный, в правилах поменяются, добавится больше бросковой техники. То есть если мое личное мнение, так я хочу, чтобы еще больше было. Там в карате есть не только удары, но есть и броски, и добивания, там вот подсечки. Поэтому больше бросковой техники, ну, в разрешенной. Больше видовище, так? Да, оно, во-первых, и для зрителя очень эффектно, да, и рисунок боя меняется, то есть спортсмены, это зрелищно, это как бы приходишь на эти соревнования, получаешь эмоциональное удовольствие, то есть, ну, это одна из составляющих карате, и ее не надо, ну, как от нее отказываться, потому что как соревновательный момент, да, в олимпийском моменте, да, бокс это только руки, тэквондо это только ноги, ну, да. Карате это только удар руками, ногами, броски это дзюдо. А сама как система, она более, ну, многогранная. Універсальна. І, да, да. Слухайте, ось в Азії, там, в багатьох країнах у школах викладають, це як фізкультура в них. Це в традиціях, так? Є якісь, теж в Кореї тхеквондо, наприклад. Ну, в Японії там в школі дзюдо. Дзюдо, а так. В університетах карате. І при кожному університеті є команда карате. Чи, давайте пофантазуємо, чи можливо, щоб в українських школах, ось, наприклад, в якомусь окремому регіоні, візьмемо там, наприклад, Дніпропетровщину, щоб з'явився ось такий факультатив. Не футбол, не баскетбол, а карате. Це взагалі можливо і навіщо? Ми проводимо, вже зараз проводимо, у нас карате-урок в дитячих садиках. О. То есть мы вот в школе НВК 148, Планета Щастя, мы проводим с детьми раз в неделю карате-урок. То есть там у нас возраст 4-5 лет, и, ну, 4-5-6-7, и вот у них раз в неделю именно карате мы преподаем на татами, там все, дети уже, ну, получают первые азы, знания уже. Це лише діти з цієї школи, чи ні? Да, да, да. Это как карате-урок может быть в школах, я думаю, что, ну, есть уже написанные программы. В Мелитополе, я знаю, ребята там, ну, как продвигают через министерство, ну, освещение. Да, на местном уровне. То есть оно достаточно развивает полноценно и все качества. И гибкость, и динамику, и координацию. Поэтому ну, для кажете, детей... Что в 4 роки так займаешь? Уже в 4 роки можно малого приводить? Да, карате молодеет, и на самом деле уже, как, уже это распространенная практика, это не только там отдельная секция, или это дети с 4-5 лет уже занимаются, и да, это в игровой манере. Зачем? Они все делают, но они выполняют задачи, которые потом пригодятся, ну, то есть задачи на гибкость, на координацию. А в 33 можно распочатать карьеру? Можно и достаточно больше, да. Так, добре. Головне не перемога, а участь. Ви згодні з цим? Это для... Ну, ні, треба ставити задачу виграти. Так? Ви такі задачі ставите і своїм спортсменам? Да, если уже человек, если ребенок дошел до уровня спортсмена и начинает выступать, то он должен быть ориентирован на победу. Он должен уметь достигать, и, ну, не просто медаль, а золотая медаль. То есть надо ставить задачу максимум, да, и потому что у меня есть друзья, которые, ну, там, выигрывают, ну, как участники Олимпиад, и он говорит, это его личный опыт. С детства хотел участвовать на Олимпиаде. Он по легкой атлетике бегал на 10 тысяч метров. И он на Европе был второй вице-чемпион Европы. Попал в сборную, и в Лондоне он участвовал на Олимпиаде. И вот уже после Олимпиады он мне сказал, у меня не та была мечта, надо было выиграть Олимпиаду. Ну, то есть я поучаствовал в Олимпиаде. Знаете, как то, что ты закладываешь в детстве, оно где-то закладывается, да, на подсознание. Поэтому золотая медаль, золотая олимпийская медаль. То есть это цель. Бывает, спортсмен не доходит. Это же спорт, бывает, и, ну, не получилось, не собрался, все. Это не страшно, главное, что... Следующий старт. Надо йти к своїй цілі, і ти її доб'єшся. Талановитого спортсмена, дівчина, хлопчик, неважливо, одразу помічаєте? Это да, это очень, ну, это видно.
Вот даже это бывает, он и не умеет ничего, ага. Но видно этот огонь в глазах, и видно это все, что из него будет... Треба зліпити. Да, з нього получиться. Слухайте, ну діти ж вони такі, сьогодні хочуть, а через рік вже і не хочуть. Як їх мотивувати? Тут постійна робота. Особливо, коли ти бачиш, що він талановитий. Тут робота творчеська, в общем. Ага. Педагог. Да, тут некоторых надо новыми целями, других надо поощрять там. И материально, и словами. И словом, да. Так. То есть, не говорю, просто как с другими работаем, вместе общаемся с родителями, что это надо. Некоторых надо просто за руку тянуть, да. Ну, как бы в каком-то моменте. В каком-то моменте. Другие, бывает, сами уходят там, ну, как год посидят дома, потом возвращаются, говорят, да, это, ну, как... И догонять, надо догонять. Ага. То есть, не как это... Были пару случаев, когда ребята просто бросали, потому что говорят, да, вот мы устаем, там все, год проходит, они возвращаются и дальше начинают тренироваться. Працювати, да. Да. Потому что понимают, что, ну как, это ихнее. Питання особисто до вас. При конфліктній ситуації, будь де, на вулиці, треба бути першим? Да. Угу. Да, ну я скажу, что... Этот момент, когда ты понимаешь, что надо решаться, да, то есть это как начать атаку в поединке. Ну, то есть, да, выходят два соперника, они выходят на определенную дистанцию, с которой, ну, точно надо... Ты точно разумеешь, что зараз будет... Если не ты, так тебя. Ну. Так. Поэтому, наверное, драки то же самое. Згадайте, коли у вас був в останній конфлікт десь. Десь не на татамі. Ну, это было, сейчас скажу, 15-20 лет назад. Досить давно. Да, ну, во-первых, ну, как-то так сложилось. Да. Угу. Во-вторых, все время занимает спорт, и ты, ну, зал, там, тренировки, дом, то есть, ну, достаточно. А в-третьих, ты, когда ты это постоянно, ну, дерешься, ага. Ну, как ты спаррингуешь в зале, то у тебя нет этой агрессии там, или просто желания проявить себя, ну, как-то карате самоутвердиться, да. Ты самоутверждаешься именно на татами, и это достаточно. Ну, то есть, вообще я считаю, что люди, которые, ну, просто занимаются единоборствами, они достаточно, ну, то есть, всю агрессию или просто все свои эмоции они выкладывают завышают, в спорте, да. И они как бы, ну, разделяют, где надо, где не надо это применять, и понимают свою, ну, как... Понимают свою, ну, силу. Десь, да? Там на крок, два, три попереду вже, так, суперника. Да, ну потому что человек не подготовлен, даже не среагирует. Ну как, он просто даже не среагирует. А хорошо поставленный удар, он может, ну, нанести очень большие травмы. Ну, как... Ви в тому поєдинку перемогли, коли конфлікт був 15 років тому? Там нормально все хорошо було. На вашому боці перемога, так? Да. Ну, достатньо було даже більше, ну, як, не ми це починали, просто... І знову ось повернемось до дітей, які тренуються у вас. Скажіть, ось постійні, регулярні заняття, на вашу думку, дитина таким чином разом з батьками, вони жертвують часом дитини чи ні? Менше гуляють... Більше в залі. 4 рази на тиждень сходить в зал, і в школу, ще кудись. Они не жертвуют, они вкладывают. Они вкладывают в ребенка, ну, на самом деле. Потому что если мы возьмем, ну как, если вот ситуация, вы привели в 6 лет, да, и сейчас вашему ребенку 14. Он кадет. За это время он объездил всю страну, он знает каждый город. Одесса, так, Киев, звоню. Львов, Черновцы, Полтава, Харьков. Он, во-первых, ну, знает, как туда добраться. Знает, ну, что в этих городах. У него появляются в каждом городе пару друзей. Ну, потому что он сталкивается, он с ними соревнуется, у него появляются конкуренты. Конкуренты перестают, конкуренты на татами, друзья в жизни. Угу. Потом он, во-первых, уже в это время ездил там, у него как в паспорте, да, 10 стран, где он был на турнирах. Угу. Печатки там стоят. Да, он достаточно тоже, ну,
уже как знаком с английским языком, может пообщаться. Досвид? Да. Угу. Он получает практику социальную очень большую. Поэтому, когда... И при этом он еще физически крепкий, здоровый, ну, как мотивированный. И я скажу, что карате вообще, ну, как спорт, он развивает не только физику. Да, но у нас ребята, кто, ну, взрослые, кто уже там отвыступал, да, у них за плечами там два образования высших. То есть они успевали и выступать, и учиться. Некоторые, ну, как многие, у нас есть Роберт Шараян, да, то есть это мой ученик, он начинал у меня, потом перешел к Кирсанову Кириллу. Так я скажу, что он получил образование в Америке, он закончил сейчас уже там колледж, а старший брат закончил Беркли, тоже занимался. Да, свечение люди. То есть, и причем они выиграли гранты здесь, в Украине. Там был конкурс, два места с Украины. І, ну, так. Ну, так, і досвідчені, і освічені, да, виходить, да, вже, в общем, і в спорті, і это задача поставити цель, добитися і приложити к этому усилия, ну, на достиження цілі. Вот. Ну що ж, друзі, пам'ятайте, поки ваші діти малі, вкладайте в них, і потім ось будуть отакі результати. Нікіта Дрюченко на Спортику. Ще побачимось.